И всем привет, добро пожаловать на мой канал. С вами Жанка Англичанка. Сейчас я нахожусь в аэропорту. Все, закончились мои каникулы в Орландо. И теперь я буду лететь из Орландо обратно в Лондон. Вот жду с британскими авиалиниями. Задержка 2 часа. Но нам повезло опять, мы в бизнес-зале. Сейчас я вам покажу, как выглядит бизнес-зал здесь в международном аэропорту Орландо. И что здесь они предлагают. Бизнес-зал, ну, такой неплохой, очень симпатичный, не особо большой, но и сравнительно такой нормальный размер, не особо маленький, но еды нет. Есть какие-то небольшие, так, ерунда какая-то всякая есть, в общем, нечего, путевого нечего поесть. Конечно, это не бизнес-зал британских авиалиний в Лондоне, там намного лучше. Есть горячая еда, но здесь нет. Но зато есть напитки, также и спиртные напитки, и соки, и все. Но вот у нас задержка 2 часа, нам уже выдали 2 талончика, то есть мы поедим, мы сходим попозже в ресторан. А за бизнес-залом. Вот. Ну все, сейчас вам покажу, как все это выглядит изнутри. Так, это вот комната такая. Здесь телефон, вот она соседняя такая же комната. Здесь есть принтер, можно распечатать что-то, наверное, интернетом попользоваться с компьютерами. It's the lounge area. May I have your attention, please? Delta Flight 38, delayed service to Atlanta, is boarding at 71. Delta Flight 38, Atlanta boarding at 71. No, 15 minutes. I don't have that balance. For 15 minutes to go to the Attention, attention, Virgin Atlantic Flight 16 with service to London Gatwick is now ready for boarding at gate 83. Virgin Atlantic Flight 16 with service to London Gatwick is now ready for boarding at gate 83.